just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide. Развалился. Это Алиска развалилась. Алисенька у нас страдает. А чем страдает Алисенька? Алисенька страдает тем, что у нее течка. Она мучается уже второй день. Да, мой сладкий котик. Сладкий маленький котик страдает. Ходит, мурчит, трется обо все, валяется вот так вот несчастная. Да, Лис, скажи, я несчастная кошка, я жопная страдалица. Оставьте меня в покое. Лапу свесила, Лиска. Лапу свесила. Лапу свесила киса. Ну всё, дайте поспать. Видите, какая расстроенная. Такая надутая. Ну, оставьте меня в покое. Да, не трогайте меня. Stars are bright, I called you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it seems. Я немножко приболела, вы можете слышать по голосу. Я подозреваю, что это случилось, собственно, вчера, в воскресенье, когда мы с Анюткой ходили в театр. Анютку вы можете знать, у нее есть свой канал, он называется Анна Анлика. Я пригласила ее с детьми в детский театр, и вот мы ходили на спектакль. И она подарила мне подарок вот в таком пакетике. Я хочу с вами поделиться, посмотреть, что там внутри. Это был для меня такой неожиданный сюрприз. Я не думала, что она вообще принесет мне столько подарков сразу. Вот, извиняюсь сразу перед вами за голос, потому что ну, видно, когда я гуляла на улице, ее ждала. Меня продуло, и голос у меня немножко сел и стал хриплым. Вот, так что давайте сейчас я там много всего. Давайте я распакую, чтобы не шуршать, и буду доставать по очереди. Смотреть. Так,
Первое, это вот такая красивая мочалочка для душа в виде розы. Да, здесь у нас мочалка для тела. Красивая очень. Буду ее летом использовать на даче. Так, сейчас. Момент. Следующее, что достается. Вот такое обалденное полотенчико в виде пирожного с вишенкой. Очень красивенькое. Тоже здесь надпись. Полотенце подарочное. Такое оригинальное. Я их увидела в магазинах. Красивые очень. Упаковывают красиво. Так. Следующее, что достается. Достается вот такой вот крем маслом. Видела у девчонок обзоры. На него все хвалят. Мне как-то не доводилось. Не знаю, может быть, я у нас просто не видела его. В общем, спасибо, Анют. Буду пробовать. Не видела такого раньше. Может, просто у нас не обращала внимания. Но не встречалась мне. Так, следующее достается вот такой вот пакетик. Это у нас чай зеленый, крупнолистовой. Спасибо, Анют, отдельно за чай зеленый. Чувствуется, что ты смотришь мои видео. Так, и здесь просто зеленый чай, крупнолистовой. Способ приготовления написан, срок годности и так далее. Оставлю его на лето. Мне нравится добавлять в такой вот чисто зеленый какие-то ягодки, листочки, уже с дачи там землянику, чернику. И получается вкусный, насыщенный чай. Так. И что тут самое большое? Вау! Вот такой фонарик. Она его показывала в покупках. Сейчас давайте развернем. Посмотрим на него поближе. А то в коробке ничего не ясно. Так. Вот такой фонарик. Его можно повесить. Здесь батареечки вставляются. Такой красивенький. У меня, кстати, есть такая удобная подставочка. Я думала, куда бы ее приспособить. Потом вам покажу, может быть, в каком-нибудь handmade видео. Приспособить, может быть, под это сердечко. Вот. Вот такой у меня был подарочек. И еще хочу вам до кучи показать. Просто в тот же день я заходила у нас рядом, ну там рядом с театром, магазин заодно. Вот, говорят, что их по Москве закрывают, но у нас вот пока он работает. Я даже удивлена была, что там все еще открыт. И хочу вам показать, что я зашла. Мы с ней вместе ходили, но я совершила покупки до того. Взяла вот такие семена. Опробую. Каждый пакетик мне стоил 9 рублей. Вот. И еще взяла вот такой шампунь. У меня был в бутылке. Мне очень понравился. Он уже закончился. Будет в пустых баночках. Вот. И я взяла с эффектом ламинирования. Там был обычный облепиховый и с эффектом. Я взяла попробовать. Но вот именно вот этот облепиховый мне очень понравился. Так что, если увидите, доведется, очень советую. Вот такой у меня был подарок, сюрприз. Анют, спасибо за подарки. Была очень рада с тобой пересечься, провести время культурно. Так, еще хотела показать вам, мы купили 50 литров земли в Леруа. Так, они там стоили, по-моему, 173 или 175 рублей. Короче, это была какая-то акция, она, по-моему, сейчас еще продолжается. И
Она универсальная, просто сейчас попробую его. Вот такая картинка. Экологически чистый продукт написано. Этот самый готовый грунт, универсальный для всех видов овощных, зеленых, цветочных культур и рассады. Вот, 50 литров. И там был точно такой же, вот что смешное, в чем точно такой же 25-литровый мешок, но назывался для цветочных культур. И он стоил точно такую же сумму, 175 рублей. Вот, так что будьте внимательны. Мы хотели сначала 2 взять по 25, чтобы тащить было не тяжело, но оказалось, что сумма тогда выходила бы больше 300 рублей. Вот, и решили все-таки взять 50-литровый на пробу. В принципе, мы уже брали похожий с таким деревцем. О, земля хорошая. Вот, и еще я хотела вам показать, я в пустых баночках показывала тоже землю, говорила вам, что она мне понравилась, но там встречаются какие-то древесные сегменты крупные. Вот, и я в хозяйственном, вот того грунта не было для цветочных культур хорошего, я покупала вот такой вот еще зимой, в декабре. Значит, тот мне стоил, по-моему, 86 рублей, я говорила. Этот стоил 65, объем тот же самый, 5 литров. Я вам скажу, что вот эта земля очень плохая, мне не понравилась. Я сейчас покажу на лилиях, которые я сажала в эту землю. Ну, мне не хватило той, я докупала, поэтому и сверху у меня вот этот грунт. Я вам сейчас покажу, чем он мне не нравится. Ну и вот, собственно, друзья, вот этот грунт. Как вы видите, он весь по поверхности горшка, он зацвел. И вот этот белый налет, он есть во всех горшках, в которых я использовала этот конкретный грунт. Вот. Вы можете видеть, что я практически его во все горшки с лилиями добавила, и они все зацвели. Вернее, вся земля зацвела. Там... В составе, то есть вот эти вот, постараться показать вам, есть вот такие вот светлые шарики какие-то. Это то ли вермикулит он называется, то ли перлит какой-то, в общем, субстрат, который задерживает влагу. Из-за этого субстрата земля постоянно влажная, и начала цвести земля, и начали загнивать растения. Так что вот ту землю не советую брать. Может быть, она какая-то для каких-то специфических растений, например, которые нужно редко поливать. Вот этот грунт, в общем, я не советую использовать для комнатных цветочных культур. Хотя тут написано универсальный для цветочных культур. Вот видите, как повела себя земля. Мне не понравилось. И растения начали загнивать, гибнуть. Поэтому грунт такой посоветовать не могу. Вот. Будем испытывать 50-литровый. Но там, я думаю, что проблем не будет. Вот. Причем здесь, как видите на упаковке, нигде не написано, что в составе земли в состав входит какой-то еще субстрат. Вот, даже вот здесь вот сверху новое качество. Здесь не написано ни про какие вермикулиты и прочее. И вот такой сюрприз оказался с землей. Не берите. Вот, друзья, еще хотела вам показать. На просторах нашего бескрайнего ютуба нашла вот такой способ посадки лука на зелень. Специально попросила маму купить мелкий лук. Ну вот, насколько мелкий она нашла, смогла найти. Вот, взяла 6 штучек. Как раз у меня такой лоток от печенья остался с ячейками. И вот я посадила в опилки. И опилки постоянно у меня влажные. Я подливаю туда воды периодически. Ну, где-то, наверное, раз в неделю я чуть-чуть доливаю. И, как видите, один уже пошел прям бурно в рост.
Два вот эти вот проснулись чуть попозже. Где-то дня через три, наверное. Вот неделя прошла, еще один проснулся. И два вот никак не хотят просыпаться. Пока жду. Вот, думаю, что где-то, наверное, еще через неделю можно будет уже первые перышки срезать. Вот. Это такой у меня тоже эксперимент, пока пробую. Еще хотела показать вам, что уже у нас конец февраля. И я уже задумываюсь о том, что нужно сеять семена. И вот я подготовила, у меня они здесь скреплены скрепочкой. Подготовила к посеву землянику. А вот потом у меня идет вот этот вот, забыла как, эдельвейс. Нашла семена. Потом перец. Два пакетика. Так, сейчас. Вот такой. И вот такой. Вот. И еще один пакетик у меня дельфиниум оказался вскрытым. Как вы помните, в прошлом году взошло всего две штучки. Одна погибла при пересадке, и один погиб уже чуть попозже. То есть он вроде бы был нормальный, но где-то через неделю он засох, и, в общем-то, так у меня и не выросло ничего. Вот, так что в этом году обнаружила еще вскрытую упаковку. Там внутри нераскрытый пакетик полный. Буду сеять. Посмотрим, что выйдет. Так что вот конец февраля, начало марта, до середины марта мне нужно это все посеять. А вы напишите, вы уже начали что-то сеять? И что вы сеете? Может быть, вы уже что-то посеяли, посадили, у вас уже всходы есть. Расскажите мне об этом в комментариях. Вот. На этом влог буду заканчивать, а то длинный получился. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. И подписывайтесь, и ставьте пальчик вверх, мне будет приятно.